Важное событие спортивной зимы – финал чемпионата РСФСР по лыжным гонкам. В окрестностях Петрозаводска встретились победители территориальных и зональных состязаний, сильнейшие лыжники и лыжницы Российской Федерации. Вот о лыжницах мы сейчас немного и расскажем. Стартует Алевтина Алюнина, мастер спорта международного класса, чемпионка Белой Олимпиады в Саппоро. Дистанцию в 10 километров Алюнина прошла уверенно, с хорошим временем и вывела команду горькопчан в лидеры первого дня соревнований. Зато последний день оказался счастливым для хозяек лыжни. Уже на втором этапе эстафеты 4 по 5 километров карельская спортсменка Ольга Водолазова вырвалась вперед, а окончательно закрепила ее успех Тамара Санфирова, финиш которой вы видите. Итак, золотая медаль за эстафету. Такой награды карельская команда добилась впервые. Пожелаем ей побед и дальше. Впереди новые старты.